Функция «если». Эта функция принимает три параметра. Первый параметр – это ячейка, в которой проверяется значение. Второй параметр – это значение, которое она возвращает в случае, если в проверяемой ячейке значение соответствует. И третий параметр – это значение, которое возвращает функция, если в проверяемой ячейке значение не соответствует условию. Пишем «если», нажимаем кнопочку функции и визуально заполняем параметры. Пусть будет «если ячейка C больше ячейки B4». Если ячейка C4 больше B4, тогда мы возвращаем C4 плюс 1. Иначе мы возвращаем значение C4 минус 1. Ячейку B4 закрепим. Функция отработала, и в результате мы большее значение увеличили, меньшее мы уменьшили. Вот отобразим формулу на нашем листе. Можно посмотреть, как она выглядит.